Заседание Баренцева регионального совета и встреча министров Сбер в Архангельской области проходит не случайно. Дело в том, что наш регион в 13, 14 и 15 годах председательствовал в Баренцевом региональном совете и получил достаточно высокую оценку со стороны стран-участниц. А сегодня итоги своего председательства уже в четвертый раз подводит финская провинция Кайно. Тима Корханин, председатель Баренцева регионального совета, отметил, за последние несколько лет территория сотрудничества стала более цельной. Примеры есть. Северная Карелия получила статус полноправного члена Баренцева сотрудничества. Можно сказать, что одна из целей деятельности еврорегиона достигнута. Баренцево сотрудничество, зародившееся в начале 90-х, охватило северные территории России, Норвегии, Швеции и Финляндии, всего 13 областей. За несколько лет страны-соседи укрепили совместную работу в разных сферах – управлении рыбными ресурсами, вопросах ядерной безопасности и охраны окружающей среды. Эти интересы совпадают на севере по обе стороны границы. Архангельская область продолжает оставаться активным участником Баренцева взаимодействия. Региональные эксперты участвуют в рабочих группах БИАР по экологии, здравоохранению, науке, образованию, культуре и туризму. С особым удовольствием отмечу, что по итогу первого полугодия 2017 года внешнеторговый оборот Архангельской области со странами БИАР составил 92,3 миллиона долларов США, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года более чем в 3,5 раза. Развивать приграничное сотрудничество уже завтра начнем с новым председателем. Баренцев региональный совет возглавит норвежская губерния Финнмарк. Передача полномочий состоится в рамках 16-й министерской сессии Сбер с участием главы российского МИДа Сергея Лаврова. Нужно, чтобы динамично развивались любые отношения между странами Баренцева региона и на уровне больших политиков, и на уровне простых людей. Именно рядовые граждане формируют повестку нашей работы и стратегию развития совета. Стратегию на ближайшие 5 лет как раз обсуждали сегодня. В нее войдут и улучшение транспортной инфраструктуры, и экологическая безопасность, сохранение культуры коренных народов и развитие туризма между странами-соседями. Ведь каким бы ни был политический климат, география останется неизменной. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29.